Надеюсь, меня хорошо слышно. Вроде звук идет. Всем добрый день. В этот прекрасный субботний день мы обсудим, как можно сделать логотип со Sketch. Вообще разберемся, что такое логотипы и чем они отличаются непосредственно от иконок для приложений. Вообще, данный урок позволит вам понять, как вообще создавать логотипы в Sketch и является ли Sketch промышленным стандартом для создания логотипа. Хорошо ли вообще его использовать для создания логотипа и непосредственно иконок для ваших приложений. А также мы рассудим, насколько конкретный логотип может отличаться именно от иконки для вашего приложения и чем конкретно он может отличаться. Вообще сейчас, если смотреть на дизайн приложений в Android и в iOS, они довольно-таки сильно отличаются. И при создании иконок для ваших приложений, соответственно, нужно понимать, для какой именно платформы вы создаете его. Итак, думаю, для начала нужно познакомиться. Зовут меня Шкряба Ольга. Я являюсь программистом. Пишу как раз под мобильные платформы. По любым вопросам, которые вас, возможно, могут заинтересовать или что-то конкретное вы хотели бы у меня узнать, вы всегда можете мне написать в Telegram или на почту. Но лучше, конечно же, в Telegram, там я отвечу намного быстрее. Итак, давайте перейдем к логотипам. Вообще, так как главная тема этого вебинара конкретно программа Sketch, соответственно, мы будем больше говорить именно про iOS-разработку и про иконки для мобильных приложений именно в этой, на этой платформе. Да и вообще Sketch, в общем-то, идет именно на Mac. Но так как большинство вообще программистов, даже Android-разработчиков, используют именно эту платформу, это, думаю, не будет большой проблемой для создания логотипа. Вот именно и под Android, и под iOS. Тем более существует огромное количество различных плагинов, которые позволят вам сделать это намного удобнее. Вообще, очень сильно сейчас разнятся мнения по поводу создания логотипов, особенно после обновления системы iOS конкретно. После того, как она стала более плоской, как вы видите, приведенные значки имеют большой белый фон. И они стали довольно-таки плоскими. Большое количество дизайнеров после такого обновления очень сильно негодовали. К тому же, при проектировании непосредственно логотипа для вашего приложения, которое в будущем будет именно главной иконкой приложения, а это я как бы замечаю, что это самое первое, с чем взаимодействует пользователь, фактически это является лицом вашего приложения. Оно должно быть запоминающимся и приятным. То есть при подходе к проектированию ваших иконок вам необходимо осознавать, что они будут конкретно светиться везде. Они должны мало того, что походить на логотип, который будет непосредственно лицом компании, так они еще и должны рекламировать непосредственно в платформах, как App Store или Google Play. И вообще, есть большое количество гайдов по проектированию хороших иконок. Есть конкретный материал дизайн по ним. И Sketch – это очень удобная программа, которая позволит легко спроектировать даже сам пользователь, который не понимает, как работать с ним, свою иконку. К тому же, часто необходимость проектирования создается именно тогда, когда программист решает создать свое приложение, при этом не взаимодействуя ни с какими дизайнерами. С этим довольно большое количество людей сталкивалось, программистов особенно, которые просто уже могут легко написать приложение, но просто не разбираются в дизайне и даже не представляют, как можно создать иконки простейшие. И им не хочется в этом разбираться, и в итоге мы получаем приложение, которое имеет стандартный набор
иконок, которые просто предоставляются, которые они просто откуда-то скачали. И хорошее приложение из-за такого подхода, возможно, оно хорошее по функциональности, но оно просто не заинтересовывает своим интерфейсом. Его интерфейс не интересен, его иконка не уникальна, его логотип не привлекает внимания. Чтобы избежать этой проблемы, в общем-то, и был, как мне кажется, создан Sketch. Если сравнить его с такими большими программами, как Photoshop и Illustrator, разобраться которых обычному человеку не получится за пару часов, Sketch предназначен именно для того, чтобы можно было зайти, быстренько посмотреть по интерфейсу, разобраться в нем и сразу же начать пользоваться, что, в общем-то, очень удобно. Итак, здесь приведены различные иконки, которые абсолютно не уникальные. И вообще, тогда таким образом, что же такое вообще иконка приложения и как необходимо ее разрабатывать для того, чтобы она была уникальной, она запоминалась и она привлекала внимание, чтобы пользователь хотел нажать именно на нее, а не на множество других иконок. Иконка приложения – это непосредственно визуальный якорь вашего продукта. То есть вы можете рассматривать иконку как небольшой элемент вашего брендинга, который должен не просто красиво выглядеть и выделяться среди других подобных ему, но еще и передавать основную суть вашего приложения. Скорее всего, сейчас у вас не получится сделать иконку абсолютно уникальную, если она не будет изображать только что-то вообще непонятное, что не привлечет, соответственно, пользователя. Пользователь должен понимать по вашей иконке приложения, что конкретно он скачивает и для чего эта программа. Люди вообще не любят читать, особенно сейчас. То есть, словом, логотип, это сегодня разрабатывается, вот если посмотреть на приложения стартапов или приложения одиночных разработчиков, сейчас он разрабатывается довольно легкомысленно. И к тому же всегда нужно разграничивать понятие иконки приложений и логотипов. То есть иконки тоже обладают некоторыми брендинговыми качествами логотипов, и для них существует множество особых ограничений. И дизайнеры понимают разницу между логотипом, его масштабируемостью и применением непосредственно к брендингу. А иконки – это же обычно это растровое изображение квадратной формы, которые подстраиваются под конкретные размеры и определенные контексты использования. То есть она чем-то походит на логотип, она имеет определенную форму, на ней изображен определенный символ, но все же нельзя сказать, что логотип и иконка – это абсолютно одно и то же. Так что между логотипом и иконками множество различий. То есть это и в подходе к работе, и в инструментарии, в процессе проектирования, и, следовательно, в критериях успешности. То есть с практической точки зрения под иконкой приложения понимается определенный комплект файлов разных размеров, чтобы они могли быть хорошо масштабировались на разных разрешениях экранах. Их необходимо связывать непосредственно с приложением. И операционная система будет использовать этот комплект иконок в различных контекстах: в App Store, Google Play, в каких-нибудь Амазоне и в других различных сервисах, то есть на панели настроек устройства и на домашнем экране. Иконки вообще, в принципе, можно создать в любом редакторе, который содержит, который поддерживает создание растровых файлов. То есть это может быть Photoshop и Illustrator, конечно же, но мы разберем Sketch из-за его простоты в использовании и из-за конкретно этого у него довольно низкий порог вхождения. К тому же есть различные бесплатные инструментарии, которые позволят также создавать шаблоны, которые позволят иметь определенное подспорье на начальном этапе. Если рассматривать главные аспекты иконок, это, конечно же, масштабируемость. Для этого в Sketch'е мы будем применять специальный плагин. Sketch Toolbox. Он позволит масштабировать нам изображение, просто нажав на кнопку. Вот она. Вот плагинс.
После установки этого плагина мы просто можем нажать на эту кнопку, и у нас автоматически масштабируются все изображения. Это очень удобно. Итак, к тому же нужно заметить, что сложные иконки, перегруженные деталями, как правило, очень плохо масштабируются. То есть, если вы хотите передать основную суть вашего приложения и передать ее как можно более понятным для пользователей, соответственно, придумайте. К тому же, если вы человек, который не занимается дизайном непосредственно и не уделяет большую часть времени конкретно дизайну, а просто хочет сделать более-менее симпатичную иконку для своего приложения и узнаваемый какой-то логотип, то, соответственно, уделяйте как можно, делайте свои иконки как можно менее детализированными. Это облегчит работу не только вам, но и людям, которые будут смотреть на это в итоге и выбирать именно ваше приложение. Итак, почему в итоге Sketch? Если смотреть на статистику, Sketch сейчас занял первое место среди остальных редакторов. Это у нас инструмент векторного дизайна, он полностью ориентирован на дизайн пользовательского интерфейса. Возможно, поэтому и из-за простоты своей работы он позволяет людям легко использовать его и легко входить и понимать, в чем вообще дело. Легко можно посмотреть, к тому же по цене он также дешевле, чем тот же Photoshop или Illustrator. К тому же из-за своей простоты он позволяет любым людям, любого возраста, любого направления начать легко пользоваться. Он идеально подходит для проектирования иконок и различного дизайна для нескольких устройств. И к тому же легко позволяет экспортировать их на различные устройства. Вообще Sketch использует единый блок стилей, который относится к конкретному дизайну пользовательского интерфейса. И благодаря этому можно предварительно посмотреть, как будут выглядеть ваши иконки или дизайн на iPhone, на Android или на каком-либо другом устройстве, в зависимости от того, какой вы выберете артборд. Прошло уже много времени, как скетчом стали пользоваться настоящие дизайнеры, которые нашли для себя определенные плюсы этого инструмента. И сейчас можно заметить, что он полностью изменил рабочий процесс. То есть в качестве приложения для дизайна, в котором, если вы хотите стать дизайнером, это приложение позволяет проводить в нем много времени, уделять намного меньше времени конкретным деталям, которые вы бы использовали 10 инструментов в Photoshop, в Sketch вы будете, к примеру, 2 использовать. Соответственно, вы можете выполнять больше объем работы за меньшее количество времени. Вы экономите время не только себе, но и это позволяет вам уделять больше времени конкретным мелким деталям или изучению чего-либо нового. То есть Sketch вообще по себе, я разработчик, и, соответственно, мне требуются некоторые иконки для своих приложений. Это по опыту можно сказать, что это лучший инструмент, который задержал на себе свое внимание и с которого переходить я не хочу. Он действительно очень удобен, в нем легко разобраться, нужно знать просто основные функции. И было сразу видно, на кого он нацелен, что это все-таки это не профессиональный инструмент, его сложно назвать профессиональным, но он выполняет заявленную работу, но он и не заявляет себя как профессиональный инструмент, но он выполняет свою работу на все 100%. Поэтому так и выросла его статистика использования. Так что, если смотреть на мобильную разработку, Sketch – это идеальный инструмент для iOS, Android и веб-дизайна. К тому же он весит довольно мало. Он займет около 50 мегабайт на вашем дисковом пространстве. Если сравнивать с Photoshop или Illustrator, это просто ничто. Как только
Так что как только вы его откроете, вы просто он будет к тому же очень быстро работать. Sketch поддерживает большое количество различных горячих клавиш, что очень удобно при работе. Вы, в принципе, сможете справиться с ним даже без мыши, без какого-либо тачпада, только специального тачпада для дизайнеров. Вам понадобится только просто ваш MacBook. Больше вам ничего не нужно. С помощью этих горячих клавиш вы легко разберетесь, что, куда и как можно выполнить. Итак, мы здесь в скетче мы будем работать только с пикселями, поэтому нет никакой необходимости беспокоиться о других каких-либо единицах. Так что в цветовых режимах не нужно думать о пикселях на дюйм и дополнительном весе, который может повлиять на определенные платформы. Из-за этого мы не перегружены большой панелью инструментов. Давайте перейдем непосредственно в скетч и рассмотрим вообще его панель. То есть как раз-таки из-за того, что мы работаем только с пикселями, у нас панель довольно простая. Все наглядно показано, и вообще, когда я первый раз зашла посмотреть на этот инструмент, я очень удивилась. То есть по сравнению с фотошопом, здесь очень мало инструментов, кажется, на первый взгляд. Но по факту потом выясняется, что они все необходимы, то есть больше и не нужно. Если вам нужно что-то больше, вы идете, устанавливаете плагины, у вас становится их больше. Это первое, на первый взгляд это вводит в заблуждение. Но сейчас, по мере того, как мы будем разбираться со всем этим, мы поймем, что нам больше, в принципе, и не нужно для того, чтобы работать с этим инструментом, и для того, чтобы он выполнял работу свою на 100%. По факту здесь легко можно создавать различные фигуры. У нас есть определенные... С помощью горячих клавиш мы можем легко вызывать их. А здесь вот они прямо рядом приведены. То есть если нам нужно нарисовать линию, мы просто выбираем линию или нажимаем L и то же самое получаем. Если нам нужно что-то создать еще, мы также это можем выбрать или нажать фигуру и нарисовать это. Если мы хотим, чтобы все было симметрично, мы зажимаем клавишу Shift, и у нас рисуем симметрично, то же самое. Вот и все. К тому же панель инструментов мы можем настроить самостоятельно. То есть это очень удобно, когда мы, допустим, часто работаем с определенными инструментами, нам нет никакой необходимости. То есть нет никакой необходимости использовать, например, какие-то инструменты из этих. Мы можем их удалить также и добавить другие, перенести их в другое место. То есть это также очень удобно. К тому же есть такие удобные настройки, которые позволят работать нам с различными устройствами. То есть Android, Icon Design, iOS, материал дизайн и веб-дизайн. То есть все приведено уже, все готово. Можно посмотреть, открыть их, и вот появятся иконки. То есть уже готовый этот инструмент именно для этого и нацелен. Соответственно, вот Android дизайн, соответственно, это все уже готово. То есть когда вы будете работать с этим инструментом, вот, все разметки, все уже сделано конкретно для вас. Это очень удобно, особенно когда вы вообще не знаете, что где должно, как размечено. Дизайнеры, конечно же, должны в этом разбираться, но если вы разработчик и просто хотите сделать красивое приложение, Sketch вам просто дарит эту возможность. К тому же можно устанавливать, насколько я знаю, здесь можно установить бесплатную версию. Да, вот она. Можно скачать бесплатную версию, она будет действовать где-то месяц. И $99 в год, как мне кажется, для такого инструмента, это, во-первых, намного меньше, чем за Photoshop, во-вторых, намного удобнее. Но, как мне кажется,
большинство людей, которые обратились к скетчу в данный момент из разработчиков, им нужно сделать дизайн непосредственно прямо сейчас, и триала им вполне хватит. Но если вы хотите конкретно заняться дизайном своего приложения, то, конечно же, лучше купить полную версию и не беспокоиться там о совместимостях или еще чем-нибудь, или о том, что у вас приложение потом не сможет запуститься. Итак, мы посмотрели различную графику, материальный дизайн, как я уже вот здесь показывала. Можно выбрать, какой мы будем использовать конкретно. Смотрите, на что это разделено. И потом, когда вы будете проектировать собственный дизайн, вы просто можете смотреть на уже на доступный гайд непосредственно в приложении. Просто можете его скопировать, что вам необходимо, Ctrl-C, и перенести там, куда вам нужно, сюда же, Ctrl-V. Вот. Мы перенесли сюда страницу. Со всеми отступами, со всеми регулировками. Здесь все уже доступно и видно. Наш вебинар будет включать в себя проектирование довольно простой иконки, однако это позволит вам понять, что конкретно и где можно здесь применять. Начнем мы, пройдемся сперва по панели инструментов, чтобы было более понятно, что к чему и как можно вообще здесь выбрать что-то. И потом уже начнем проектирование нашей иконки. Как я уже и говорила, здесь есть, можно выбирать уже стандартные фигуры, можно рисовать полигоны, какие мы захотим, вот, и как-то их редактировать. То есть у нас есть инструменты редактирования, которые позволят сделать из этой фигуры что угодно. Потом мы можем сохранять это, группировать. Сейчас посмотрим, как с помощью этих инструментов можно создавать иконки. Вообще, как я уже открывала вот здесь, здесь уже есть готовое разграничение, которое позволит здесь создать иконку. Мы могли бы, к примеру, создать прямоугольник прямо тут. Скетч, как видите, все подтягивает сам, он сам понимает, где там линия, вот как бы он просто примагничивает к границам ваше выделение. Очень удобно. Таким образом, это и там, к тому же еще и намного облегчает работу. Зачастую я работаю, просто мне хватает моего тачпада. Мне даже мышь не нужна, чтобы работать с ним. Очень удобно. Потому что все и так примагничивается. Он автоматически находит середину экрана, автоматически находит вообще линии какие-либо или адаптирует под уже стоящие в артборде элементы. Итак, так как есть, казалось бы, уже есть готовые шаблоны для иконок, почему бы их и не использовать? Но проблема заключается в том вообще, что, в принципе, иконки не загружаются, допустим, мы говорим, если App Store, они, как вы видели, они имеют закругленности. Вот они, если вы сейчас вот посмотрите, здесь синеньким выделилась закругленность. Сейчас. Ближе, думаю, можно приблизить, чтобы больше видно было. Вот они, синим выделились. То есть у стандартных иконок есть закругленные поля. Но дело в том, что в самом приложении непосредственно не загружается закругленная картинка, она идет квадратная. То есть там уже самостоятельно накладывается маска, которая делает эти закругления. Но именно вот это закругление, которое уже готово здесь и применено, позволит вам посмотреть, как иконка ваша будет выглядеть непосредственно в App Store, не загружая ее туда. Казалось бы, все отлично, замечательно, уже все подготовлено. Но почему же лучше не использовать именно вот эти стандартные уже приведенные здесь? Вообще это сводится к тому, что если вы начнете создавать иконки здесь, то есть Sketch – это шикарный инструмент, который позволит вам воплотить свои цели. Но вот стандартное дублирование, которое здесь произойдет, то есть вы начнете создавать картинку, и она будет дублироваться по всем этим изображениям. Это дублирование создаст вам настоящую мороку потом, потому что картинка не будет уменьшаться на этих артбордах.
вам придется ее вручную масштабировать, что очень неудобно. Именно поэтому я предложила в самом начале установить плагин, который будет выполнять всю эту работу за нас. Так что перейдем, начнем делать иконку прямо здесь. Для того, чтобы сделать это, мы должны выбрать, создать вообще артборд. Как видите, в панели справа высветились возможные девайсы, которые можно выбрать для создания артборда. Здесь есть, можно выбрать вообще, что вы делаете, материал дизайн, для веба или для Apple девайса. Мы вообще выберем iPhone 8 Plus, чтобы это складывалось именно в эту папку, и начнем работать именно с ним. Наша иконка будет квадратной, соответственно, нам нужно сделать квадратный размер. Вот. Итак, мы получили иконку. Мы можем увеличить экран, если мы нажмем Command Plus. То есть каждый раз это увеличивается на 100%. Если зажать клавишу R, и мы можем нарисовать прямоугольник. Вот, мы его рисуем здесь прям. Если зажать клавишу Shift, то он у нас станет симметричным. Без клавиш Shift он не симметричный. Итак, мы получили прямоугольник. Если смотреть на панель справа, то мы увидим, что у нас есть его заполненность и его края, обводка. Обводка нам, в принципе, не нужна, поэтому мы можем ее прямо сейчас включить. Также мы видим, что заполненность. Как же сделать так, чтобы наш прямоугольник получил такие же закругленные края, как и на стандартном Material Design Apple? Для этого мы должны скопировать иконку отсюда, которая как раз отвечает за углы. Вот она. Мы ее просто копируем и переносим сюда. Ctrl-C, Ctrl-V, как стандартно. Итак. Так. Сейчас мы сделаем маску. С помощью этой маски... мы получим закругленные края, как в приложении. То есть мы создадим маску. Так, вернемся назад. К тому же, еще в чем большой плюс скетча? Для того, чтобы возвращаться обратно, вернуть что-то обратно, нам достаточно нажать Ctrl-Z, и он будет возвращаться обратно до конца, как вы начали редактировать ваше приложение, и что весьма удобно. Так, вот наша маска, она получилась большой. То есть до конца вашего приложения. Так. Теперь нам нужно маску уменьшить. Она у нас получилась слишком большой. То есть, смотрите, если я буду выносить это отсюда, то у меня не будет видна моя панель. В общем-то. То есть нужно маску уменьшить. Вот. К тому же соединенные фигуры уменьшаются вместе. То есть, если я выделю определенную группу фигур, они будут уменьшаться вместе. Вот, как видите. Вот, я выделила маску, и мой прямоугольник уменьшается вместе с ним. Так, вынесем маску отсюда. Вот, итак, мы уменьшили маску, и теперь нам нужно посмотреть, как это будет работать, если мы будем создавать прямоугольник и применять к ней в эту маску. Вот. То есть, смотрите, наш прямоугольник больше этой маски, но мы будем видеть только часть, которая находится непосредственно ниже нее. Это создается, вот здесь нужно нажать, вот сверху есть панель, она так и называется, маска. Вы можете уменьшать ее, вот, если вы будете уменьшать, таким образом произойдет. Вот.
как это будет видно, можете ее увеличить. Соответственно, таким образом это и работает. Итак, мы получили изображение, которое мы будем видеть как иконку нашего приложения. У нас сейчас на данный момент серый фон. Можно этот фон изменить. Можно как-то преобразовать сам прямоугольник, но это пока что нам сейчас не нужно просто. Итак, фон можно поменять вот здесь, вот Fills. И, как вы видите, перетаскивая значение, мы меняем фон. Мы выберем довольно темный фон. Вот какой-то вот такой. Также здесь, вот в панели обводки, у нас есть обводка. Вот если мы ее посмотрим, вот у нас имеется обводка. Нам обводка не нужна в нашем дизайне, поэтому мы можем ее просто убрать таким образом. Вот, все, у нас не было обводки, а потом мы можем ее, нажав на корзину, удалить. Теперь у нас вообще нет обводки, и нам не нужно думать, как это будет там, если вдруг что-то не так пойдет. А следующее, что мы должны сделать для того, чтобы придумать вообще логотип своего приложения, допустим, наше приложение будет отвечать за, ну, к примеру, это будет будильник сна какой-нибудь. Или, не знаю, цикл, лунный цикл будет какой-нибудь отмечать. Некоторых волнует, как идет лунный цикл. И пусть для того, чтобы мы могли придумать вообще логотип своего приложения, нельзя вообще ничего, в принципе, не берется у людей из головы. Нельзя просто взять что-то и придумать неожиданно, и это заработает. Такого не бывает. В принципе, все картины, все художники великих картин чем-то вдохновлялись. Все песни, тоже авторы этих песен, композиторы тоже кем-то вдохновлялись или чем-то. Соответственно, для того, чтобы придумать как наилучший логотип, который будет выглядеть хорошо в магазинах, который будет привлекать внимание как иконка приложения, нам необходимо посмотреть, что вообще может нам предложить уже из существующего дизайна, какие есть дизайнерские парадигмы, которые мы можем посмотреть. Есть прекрасный сайт, вот он указан сверху, я думаю, скину его в комментарии. Таким образом, здесь у нас мы хотим, чтобы это был какой-нибудь лунный календарь. Мы так можем и забить. И нам выдадутся иконки различные, которые уже придуманы, уже существуют. Этот сайт, то есть скачать, если вы захотите копировать эти иконки, вы можете их скачать, но за определенную плату. То есть это не бесплатный сайт, вот если посмотреть, здесь дальше пройти. Нужно платить за эти иконки, но это не обязательно, на самом деле, в смысле не платить, а скачивать их. Нам достаточно просто посмотреть, какие иконки можно выбрать сейчас для своего проекта. Там, если мы можем вообще подобрать что-то, не обязательно о Луне, если это... Мы можем просто... Есть огромные коллекции, которые подходят под определенные... для определенных целей. То есть вы просто можете здесь полазить и посмотреть, что уже придумано. И к тому же, перед вообще созданием логотипа, особенно иконок веб-стори, как я уже и показывала в презентации, очень важно, чтобы ваш логотип был уникальным. То есть смотрите, из всех этих иконок они одинаковые, никакая из них, в принципе, не привлекает взгляд. То есть пользователь смотрит, скорее всего, он будет тыкать на первую попавшуюся, даже не читая, а люди, еще раз повторяюсь, не любят читать, они хотят сразу получать все, что хотят, все, что у них в голове вообще творится. Соответственно, вы должны привлечь как-то их своей иконкой. Если вы создадите еще одну иконку из тысячи,
ну, никто ваше приложение именно из-за иконки не будет скачивать. Как мне кажется, это большое мастерство создать такую иконку, которая при посредственном приложении будет привлекать людей, все равно его скачивать. Это уже высший пилотаж. Я думаю, этим могут похвастаться дизайнеры, которые уже давно работают в этой сфере, или даже скорее маркетологи, которые понимают, что люди хотели бы увидеть для своих продуктов, которые они ищут. Но так как мы просто обычные разработчики, которые впервые видят скетч, и нам вдруг мы сделали приложение, которое, допустим, отмечает цикл Луны, нам, соответственно, нужна просто какая-нибудь небольшая идея. Если рассматривать все вот эти иконки, то можно заметить, что, конечно же, они имеют одну форму. Но, допустим, если мы выберем вот эту иконку, то, нарисовав ее в скетче, тем более при том, что мы впервые им пользуемся, скорее всего, у нас не получится передать достоверно то, как выглядит эта Луна, то есть чтобы она была действительно похожа на Луну. Хотя мы могли создать окружности, применить к ним разные стили, и тогда бы у нас действительно получилась Луна. Но для первого раза, думаю, это будет довольно сложно в проекте использовать. Соответственно, мы выберем обычную фигуру, которая будет выглядеть как Луна, которую, в принципе, узнаваемо сразу будет выглядеть Луной, и пользователю не придется задумываться, не шар ли это, не мячик, а действительно, что это Луна. Сделать это можно, то есть вот мы посмотрели, как выглядит Луна, я имею в виду не то, что вы не знаете, как выглядит Луна, а, допустим, если у вас будет какой-то определенный стиль, вам нужно здание спроектировать, вы должны еще будете уделять внимание тому, какое это здание и за что конкретно оно будет у вас отвечать. То есть если это обычное здание, то есть у вас приложение, которое игра, допустим, то есть вы строите здание, то это может быть обычный домик. Если у вас приложение, которое отвечает за покупку каких-то материалов для домов, то есть вы лезете сюда или на какие-либо другие сайты, просто я отметила это так, как он, как мне кажется, самый удобный, здесь большая база, и просто смотрите, что можете предложить своим пользователям уже из существующего. Вдохновляетесь, скажем так, тем, что уже существует. Итак, мы будем делать, вот, и скетч мне предлагает даже обновиться, но так как это займет время, пока что я этого делать не буду. Итак, начнем рисовать Луну. Для этого мы просто нажимаем клавишу с O, и у нас сразу же выбирается овал. Но помимо этого мы можем выбрать его здесь, вот так же, овал. И здесь сразу написано, что мы для того, чтобы выбрать этот овал, нужно нажать клавишу O. Итак, зажимаем Shift, чтобы овал был симметричным, и рисуем овал. Нам опять-таки не нужна обводка, мы ее удаляем. А мы получили овал. Соответственно, таким образом... Самое простое, как если мы посмотрим на верхнюю панель, то мы увидим, что есть различные инструменты, которые позволят нам вычитать, прибавлять или делить наши сферы. То есть сейчас нам нужно получить Луну. Луну можно получить, удалив определенную часть овала из другого овала. То есть мы можем скопировать уже созданный нами круг, вставить его, и у нас таким образом получилось два овала. Вот. Итак, центрируем первый овал посередине. Программа за нас и так все сделает, в принципе. Вообще нужно центрировать все это изображение. Вот, сейчас центрируем его. Как видите, вот скетч сам нам подсказал, как это сделать. Пока что сделаем один овал невидимым, чтобы нам не мешал, чтобы мы могли спокойно центрировать первый овал. Итак, мы получили центрированное изображение. Таким образом. Овал у нас находится по центру. Вот.
Теперь, вот как я уже нажала на клавиши слева, то есть можно сделать его видимым и невидимым, и обратно. Я сделала невидимым на мой первый овал, теперь я опять делаю его видимым. И устанавливаю его по центру, но по правому краю относительно нашей иконки вообще всей. Итак, у нас два овала. Теперь, выделив, мы можем выделить две этих фигуры, зажав клавишу Shift. А у нас первая фигура уже выделена. Теперь мы зажимаем клавишу Shift. И мы можем вычесть один овал из другого с помощью иконки Subtract. Вот. Таким образом у нас получилась луна. Довольно просто, как мне кажется, и понятно. Вы можете отредактировать как-то, допустим, вам кажется, что эта луна не слишком, не слишком симпатичная, вы можете перенести ваш овал один куда-нибудь туда или сюда. То есть можете поработать с ними. Можете как-то изменить его форму. То есть вот здесь можно посмотреть его детали. Вот они. То есть вы можете как-то изменить его форму. Придать ему вообще другую какую-либо форму. Таким образом. Вот. То есть мы получили Луну. Вот. Если вам не понравилось что-то, вы всегда можете вернуться обратно. Итак, теперь мы... Так как мы наложили два круга, Луна у нас, как мне кажется, выглядит не слишком... Интересно. Мы можем ее повернуть вот таким образом, для того, чтобы она была более интересной. И немного перетащить ее по... Вот. По... Непосредственно по иконке. Вообще, центрирование средних фигур довольно-таки спорный вопрос. То есть вы можете действительно отцентрировать фигуру, и она будет находиться по центру. Но она будет находиться вот тогда таким образом. Это выглядит немного из-за того, что фигура не симметричная, кажется, что она занимает другое неправильное место. Именно поэтому стоит немного перетаскивать фигуры, чтобы они центрировались именно на глаз. То есть смотрите, как делайте так, чтобы было приятно смотреть на ваш дизайн, а не то, как отцентрировала вам машина. Машина не имеет вкуса и не... У нее не бывает чувства, что что-то стоит неправильно. А люди же имеют, соответственно, нужно полагаться именно на людей. Итак, в результате нашей трансформации из двух кругов у нас получилась единая форма месяца. А на данный момент оба круга можно вообще выделить по отдельности, то есть вот они, и что-то с ними сделать, как я уже и говорила. То есть если, вы можете выполнять эти операции до тех пор, пока форма не покажется вам идеальной. Для того, чтобы сделать данную фигуру более объемной или создать какую-либо стилизацию, мы можем использовать панели, которые находятся справа. Таким образом, получив наше изображение, мы можем перейти именно к стилизации, к его стилизации. Добавить тени, добавить что-то, поменять заливки. Вообще, очень интересная работа именно будет выходить с тенями. То есть нам нужно сделать какую-либо тень на Луне, чтобы она выглядела более стилизованно. Соответственно, мы можем перейти во внутреннюю тень и настроить ее как-то на свой лад. То есть, что мы в итоге можем получить? Здесь, если мы подберем определенные углы, под которыми будет идти эта тень, и определенную стилизацию, то вот таким образом мы получили тень. Допустим, здесь нам не нужно, чтобы она была размытая. Мы можем управлять ее размытостью, вот. Но, как мне кажется, здесь лучше без размытости обойтись. Вот, мы получили тень на Луне. Эти все устройства, также у нас есть внешние тени, которые будут отбрасываться на фон. Но так как фон у нас темный,
Мы могли бы сделать его посветлее, к примеру, какой-нибудь был бы он у нас, допустим, вот такой. Мы могли бы... Мы могли бы поиграться с внешними тенями также, добавить какие-либо тени. Так, это обводка. Обводка нам, в принципе, не нужна. То есть, вот. Мы можем добавить внешнюю тень. Вот она есть, если вы можно заметить. Увеличить, сделать ее более темной, сделать ее более светлой, а также добавить размытие. Вот таким образом. Как мне кажется, здесь размытие как раз-таки нужно. То есть, регулируя блур, мы можем делать различного вида тени. Мы можем увеличить, вот, сделать более приподнятым нашу луну. И также мы можем поменять цвет, который будет она отбрасывать. Как мне кажется, здесь в этом нет необходимости. Или же можем изменить... ее насыщенность. Управляя этими инструментами, мы легко можем применить интересные, придумать различные эффекты, которые будут интересно реагировать на наши, на наш дизайн. То есть можно посмотреть, можно использовать X, то есть в какую сторону у нас будет отбрасываться тень. Добавить там Y немного, таким образом. Если вам что-то не понравилось, и вам кажется, что вариант был ранее приятный, вы всегда можете просто отойти назад. Вот. То есть, таким методом тыка вы можете отобрать приемлемый, наиболее приемлемый для вашей иконки какой-либо параметр. Итак, мы получили довольно простую иконку, которая просто демонстрирует нам Луну. Кстати, мне кажется, ее лучше сделать посветлее. Как-то вот так вот. Так она будет выглядеть, как мне кажется, лучше. Так, а фон потемнее, как он и был до этого. Мы можем нарисовать дополнительные какие-либо фигуры или дополнительные... Могли бы нарисовать здесь, то есть взять фигуру и добавить, то есть создать звезду, допустим. То есть мы каждый раз можем создать... Так, нет. Или лучше на самом деле использовать стандартные фигуры, то есть если вы создаете что-то, то используйте стандартные фигуры, то есть чтобы у вас все было симметрично, вы можете поворачивать эти фигуры здесь, допустим, на 90 градусов, таким образом, чтобы у вас получалось симметрично. Управляя... То есть, управляя этими фигурами, мы можем получать определенные углы. Минус 90. То есть, за нас и так все делается. То есть, нам даже делать ничего не придется. К тому же, мы можем все это выделить и комплексно убрать определенные настройки. То есть добавим rectangle. Вот. Мы получили звездочку, скажем так. Теперь мы можем все это просто объединить. Вот. У нас получилась фигура звездочки. Абсолютно симметричная. Которую мы можем добавить туда, так у нас как-то не очень симметрично. А, вот к тому же, вот как видите, можно по-разному управлять всем этим. Так, сейчас вернемся обратно. Значит, я не до конца это все объединила.
Вот. Все это можно выделить. А, к тому же выделение работает и в таком формате. Мы можем просто... Все. А, выделение происходит, когда вы также зажимаете клавишу Shift. Вот мы сняли все границы, так как они нам не нужны. Зажимая клавишу Shift, вот, мы получаем цельную фигуру со звездочкой. Вот. Здесь мы также можем добавить тени. Они не нужно, чтобы они были у нас размытые. Еще не по X. Мы можем просто посмотреть даже, какие тени здесь у нас были применены. Посмотреть смещение и то же самое проделать. Так. То есть у нас также будет отбрасываться тень. Можно посмотреть, какая конкретно тень у нас отбрасывается. То есть у нас есть виды теней. Таким. Мы можем подобрать, что конкретно нам будет наиболее удобно. Насколько сильной должна быть тень? Насколько сильно она будет отбрасываться? Но звездочка, в принципе, здесь ни при чем. Если мы будем делать приложение, которое будет отвечать за конкретно лунный календарь какой-то, то зачем нам здесь звездочка? Соответственно, это перегруженность приложения, поэтому мы ее удалим. В этом в ней нет смысла. Делайте иконки как можно более менее перегруженными. То есть чем меньше на них... Конечно же, если зайти... Если это игровая иконка, если посмотреть даже в App Store, есть большое количество различных иконок. Вот если зайти, особенно чаще всего это в играх происходит. Там можно увидеть иконки, где же я их видела. Вот, допустим, самолеты. Я, конечно, привожу это не мобильные иконки, но все равно просто для примера, так удобнее. То есть всякие самолеты такие и прочее. Во-первых, их сложно сделать, во-вторых, вот. Чаще всего такие разнообразные, такие сочные иконки применяются именно в играх. Если ваше приложение не игровое, делайте упор на конкретное направление, чем именно занимается это приложение. Вот, допустим, даже вот эту иконку взять. Не совсем понятно, что она делает. Вот она опять сбоку. А, я так понимаю, это проиграть можно только. На нее перейти нельзя. Вот. А, то есть не совсем понятно, что она делает. И для чего она нужна? Только когда вы зайдете, вы сможете прочесть, для чего она нужна, а сама иконка не отображает. Это довольно-таки плохо. Некоторые иконки вообще в заблуждение могут вводить. Вот, люди просто не понимают, что происходит. Они пролистали и не поняли, за что отвечает конкретная иконка. То есть прежде чем начать создавать... Всегда посмотрите уже существующие иконки, аналоги, то бишь. И только после этого начинайте создавать непосредственно свою иконку для своего приложения. Таким образом это позволит вам быстрее работать. Что насчет плагина? Вот таким образом он и работает. То есть если вы... Вообще как происходит? Вам нужно скачать с сайта... Вот, Sketch Toolbox. Это плагин бесплатный, точнее, это программа. Это больше не плагин-менеджер для Sketch. Вы его скачиваете, устанавливаете, и после этого у вас открывается такая иконка. Для того, чтобы установить плагин, который позволит вам вот так вот сделать различные разрешения для ваших иконок, вам необходимо... Необходимо установить вот и название. То есть плагин, который управляет непосредственно иконками. Вообще, сейчас, если вообще эту иконку хорошо бы увеличить. То есть мы получили изображение. Вот.
Нам нужно подогнать его, после мы будем его использовать. Вот, можно посмотреть. А, можно посмотреть размеры. Мишенник. Так, 192, 192. Таким образом мы тоже можем сделать 192, 192. Вот. Мы подогнали наше. Вот. Управление, помимо того, что можно управлять иконками, зажимая их как-то, то есть можно также управлять клавишами, стрелочками. То есть если вы все выделили, и вам удобнее не мышкой там подгонять, а еще что-нибудь, вы все это выделяете и просто вот стрелочками выбираете, куда вам вставить эту иконку. Вот. А потом просто вам необходим так, плагин, как я уже и говорила, который вы при использовании сделает вам огромное количество, ну, все иконки, какие необходимы для вашего приложения. Вот он для вас уже все подготовил. В общем-то, то есть после установки этого приложения вы получаете, конечно же, не только к этому плагину, там вообще их очень много, вы можете подобрать наиболее подходящий для вашего приложения, даже вот можно посмотреть плагин. Вот. Можно зайти и посмотреть, прям какие плагины есть, какие имеют наилучшие оценки, какие рекомендуются и какие удобнее всего использовать. Вот, сейчас они подгрузятся. Вы можете ввести, то есть, допустим, вам нужно что-нибудь вот, для блендера. Вот, пожалуйста, вы можете посмотреть, как это работает. То есть большое количество разработчиков может применять различные плагины. Вот, вы можете зайти, посмотреть, как они работают, как они используются, и потом установить себе в Sketch. Это очень удобная штука. То есть вот даже есть JSON, если вы работаете с JSON, и вам что-то непосредственно из него приходится использовать. Можно посмотреть, как это. А вот. То есть подробное описание, вот, подробное описание, как использовать и как применять. Очень советую эту программу, потому что, ну, действительно, она намного облегчит вашу работу, вам не нужно учить что-то сложное, вам достаточно просто уже начать применять свои знания сразу же. Удобный процесс, и вы легко начнете с ним работать, как я думаю. В общем-то, на этом курс заканчивается. А, таким еще образом мы можем все эти изображения экспортировать, конечно же. То есть при экспорте Artboard мы можем выбрать, как всегда, создать папку какую-нибудь, так и назовем ее Moon, и экспортировать все наши изображения туда. В общем-то. Так это и будет работать. То есть мы получили в итоге все наши изображения в одном месте, и теперь мы можем перекинуть их в наше приложение. Думаю, на этом урок можно закончить. Мы разобрали, в итоге мы посмотрели вообще ключевые аспекты создания иконок и логотипа для приложения. Теперь мы можем точно сказать, что Sketch – это конкретный инструмент, который позволяет создавать векторные изображения, позволяет создавать логотипы. Его можно использовать для различных, помимо этого, еще различных вещей. Что насчет промышленного стандарта создания логотипов в Sketch? Нет, это, конечно же, не так. То есть промышленным стандартом является, будет и был, в общем-то, Adobe. То есть, если, то есть с клиентом, скорее всего, в скетче вы не сможете работать. Насчет того, является ли скетч хорошим инструментом для процесса разработки конкретно логотипа, конечно же, да.
Я использую его для многих проектов, где необходимо создать логотипы. И, в принципе, скетч всегда является ядром всего процесса. Здесь легко можно набросать первые эскизы, легко можно сделать первоначальный вид, но все равно он не может конкурировать с Adobe. Вообще, если говорить о плюсах и минусах скетча, именно конкретно дизайне логотипа, к сожалению, скетч не является инструментом для дизайна печати, то есть вы, скорее всего, не сможете потом сделать нормальную печать. Таким образом, он не настолько надежен, к тому же, как иллюстратор, то есть у него нет довольно большого количества функций, инструментов, как у иллюстратора, вы не сможете заменить полностью иллюстратор им. И скетч не является промышленным стандартом. Вы, к тому же, вы не сможете здесь использовать макеты, как в фотошопе. Но если говорить о плюсах, то их довольно много. Скетч интуитивно понятен, вам не нужно постоянно переключать инструменты, как в иллюстраторе. Очень легко вообще с ним начать работать, и нет необходимости как-то получать сперва много информации для работы с ним. Я не дизайнер, я как программист, который делает для себя различные иконки, могу вам точно это сказать, что вы легко войдете в это, легко поймете, как работать с иконками, легко сможете делать свои иконки какие-то, экспортировать их откуда-то или перерисовывать их откуда-то и таким образом вот получать сразу для всех разрешений. Если уже вы новичок и вот только это все увидели, я бы сказала, что было бы немного сложновато использовать иллюстратор, для новичков особенно. То есть если вы начнете со скетча, вам будет намного проще потом, возможно, перейти на иллюстратор, если вам это, конечно же, понадобится. Так что он довольно хорош в этом аспекте для обучения первоначального. Так что на этом все, на этом вебинар заканчивается, и всем спасибо за внимание.